Opus V7. В этом видео мы покажем дельфинариум. А сейчас, друзья, вот это вот место, вот вход на рынок бывший. Я покажу сейчас, как он выглядел до войны Второй мировой. Номер прикольный, 3 девятки. 4 девятки. На гибридном двигателе джип. Вчера в таком красивом местечке Древерна нашего района открытие было сезона. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Был один, совсем один. Выбрал байкеров. Самокат 20 градусов заезжает в гору. Так пишут. Еду на паром, про который говорил, что он на ремонте и не работает вообще. А, украинцы, им эти музеи бесплатно. Тут только музеи вроде. А дельфинариум, наверное, не будет им бесплатно. А я за 8 евро билетука. Схожу до кассы. Да ты шо, да ты шо? Вороне хлеб оставили, сейчас приближу. Белый хлеб вороне оставили, и она улетела. Не хочет хлеба. Полчаса еще есть до открытия дельфинариума, там в 3 часа выступления дельфинов. Ну, успею доехать, а самокатом, если пустят, конечно, то если пустят, то сниму. Видео про
поглубже. Друзья, бесплатные дельфины, можно не заходя, не покупая билет, посмотреть на дельфинчиков через стекло. Ладно, сейчас спрошу, самокат он сюда пускает или нет? Или может можно оставить его здесь? Ну, в общем, одни наши друзья тут, одни. Иду, билет куплю. Можно здесь на самокате, только можно, надо заказ оставить. Билет в автомате покупается. Сейчас покажу, где. Вот там вот. Kupinato būlybės ilgesio kaip mūsų siela. Visais laikais žmonės stengiasi pažinti tokį nepanašų į gimtąją žemę, bet kartu ir be galo artimą vandenų pasaulį. Jūra tarsi žemės alsavimas, kartais pikta ir dūžusi, o kartais linksma, išdygusi ar melancholiškai rami. Vieni nuostabiausių gamtos kūrinių – delfinai. Lyg žemės ir jūros jungtis, jie atsirado sausumoje anksčiau žmogų, bet Dionizo išmonės dėka vėl sugrįžo į gimtąsias gelmes. Thank you.
друзья, само выступление там на отдельном канале у меня, на техническом, потому что из-за музыки. Да и кто хочет посмотреть полностью выступление, можете посмотреть на этом канале. Сувениры. Два выступления. Пятницу, субботу, воскресенье. И в эти три дня по два выступления. В 12 часов и в 3 часа. А это вот, друзья, морской музей. Центр терапии. Ну, в смысле, дельфинов. Вот, друзья, там маяк. И что туда и не подойти, и не подъехать. А это вот вход, ворота в порт. Такие паровозики везут сюда, и автобусы туристические, и вот что-то тоже. Автобус не поленился и с Латвии привез экскурсантов. Самые хитрые. Кто здесь машину оставил, он штраф получили. Ибо нефиг. Платный паркинг есть. Самые умные. Что, ну, машины оставляют просто. Остатки какого-то вот 19 века парусника нашли в Миленраге в 2009 году. Это все вот типичная избушка, вот, ребята, моряка, рыболова, рыбака. Какие-то кассы были тут. Живая печка. О, здорово! А ты знаешь, что в Литве продукты не подорожали? Век. Оба, ребята, это баня литовская, 19 век. Оригинал. Ну, Колыма, корабль, судно.
1968 году сделан этот батискафчик, подводная лодочка. 7,5 метров. Нельзя. На Колыму нельзя, друзья, зайти, закрыто. И в Клыпеду нельзя. Вот можно на это судно зайти. Так. Платно, что ли? Камбус. Кают-компания. Там двигателя. Машинное отделение. Вафли продают, наверное, доставочку. Артём, да, давай сюда. Ну все, друзья, до новых встреч. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте лайк ставить. Я хотел людей, чтобы посмотрел. Офигеть, друзья, полный паром был, вообще забит. Ну, воскресенье, наверное, люди не только местные, но других, из других районов Литвы приехали. Вот я первый вышел с парома. Я тут есть. Вот. Велосипедистов много. Как вот пустой город был, паром пришел и полная набережная людей, друзья. Вот идут и идут.